После этого матча португальцам, чтобы выйти в четвертьфинал, надо обязательно выигрывать 6 декабря у Ольборга. Мало того, необходимо, чтобы Нант дома уступил Панатинаикосу. В столь незавидном положении перед последним туром чемпион Португалии оказался после того, как не смог дома победить Нант. Гости повели в счете уже на 3-й минуте, когда полузащитник Рейнальд Педрос, выйдя один на один, изящно перекинул мяч через голову вратаря хозяев Витора Баии. Правда, болельщики Порто, которых на стадионе Даш-Анташ собралось непривычно мало, всего 28 тысяч зрителей, печалились недолго. До того момента, пока серб Любинка Друлович не выровнял положение. Вот так счет стал 1-1. И на повторе можно увидеть, как неудачно расположились в этом эпизоде защитники французского клуба. И до, и после этого голевых возможностей у ворот обеих команд хватало. Причем Нант, в отсутствии лидеров Ндорама и Уэдека, атаковал не менее опасно, чем португальцы. И после очередного контрвыпада гости вновь вышли вперед. Видите, похожая ситуация, и все тот же Рейнальд Педрос делает счет 2-1 в пользу Нанта. Вот так с удивительной легкостью пропустил два мяча лидер португальского чемпионата, имеющий самую надежную оборону в первенстве. Ну а во втором тайме, после розыгрыша штрафного удара, бразилец Зе Карлуш сквитал результат. Так что в этом матче за Порту забивали легионеры. Могли хозяева и выиграть, но после этого нарушения был назначен пенальти, и лучший бомбардир португальского чемпионата Домингуш исполнил 11-метровый крайне неудачно. После этого тура из группы А в четвертьфинал вышел Панатинаикос. Скорее всего, там же окажется и Нант. И вполне вероятно, что подопечные Жан-Клода Сюадо станут в четвертьфинале соперниками московского «Спартака». Но это для нас вариант довольно нежелательный, и чтобы этого не произошло, в последнем туре 6 декабря Нанту нужно обязательно выиграть у Панатинаикоса.